привет. Перед поездкой в любую страну мы обязательно смотрим YouTube, отзывы, там TripAdvisor и так далее, разные ресурсы, и интересуемся видом внешним, качеством жилья, куда мы летим. И точно так же делал и я. Я зашел на YouTube, вбил описание, ну, точнее, название отеля, но ничего я по сути не нашел, кроме каких-то там 5 фотографий. Ну и по сути ехали на фонарь. Вот, поэтому мы снимаем это видео для того, чтобы вам подробно показать этот отель. Отель называется Ocean View. Находится на берегу океана, и когда мы приезжаем с Коломбо в Хикадуву, мы видим вот такой вот отель. Мы были лично приятно удивлены его внешним видом, потому как всегда надеялись на худшее. Естественно, насмотревшись до этого разных ужасов, которые находятся далеко от главной дороги и от океана. Поэтому вот так он выглядит внешне, наш номер на втором этаже. Сейчас мы пройдем в холл и дальше я расскажу. Мы приехали рано, сейчас часов 9, и нас встретил вот такой холл, администратор Нергунда. Мы поставили тут свои вещи и пошли гулять на океан и ждали 14.00, заселение по правилам 14.00, как и везде в отелях. Вот. Это не доставило никакого дискомфорта, потому как нас позвали сразу покушать, позавтракать. Тут мы сидели, ждали как бы своего заселения. Вот. По всем вопросам нам помогали, тут хороший управляющий Мергунда. Вот. 14.00 ровно мы пришли, поднялись наверх, к нам, нам показали первый номер, в принципе, нам все понравилось, и сейчас я покажу вам номер. Мы сейчас на втором этаже, мы поднялись по ступенькам, но есть еще лифт. Все быстро приезжает, играет внутри музычка, все балдежно. Вот. Вот так выглядит наш номер. Есть холодильник, вертушка, есть кондиционер, освещение, все работает. Шкаф для вещей, столик журнальный, используем тут, чтобы покушать. Чайник. Это я рассказываю для тех, кому важно там всякие мелочи в обзорах. Тумбочки, стулья, все есть. Балкон есть, закрывается дверь. Есть торшер, если кому нужен свет, там читать, работать и так далее. В отеле присутствует генератор. На острове есть проблема с выключением света. И именно в этом отеле, если выключается свет по всей улице, моментально включается генератор и появляется электричество. Буквально 5 секунд и все работает. Так, по поводу ванны. Вот так вот выглядит. Совместный душ, туалет. Все тут есть для комфортной жизни. По поводу вот этого уголка. Когда уборщица приходит убирать, каждый раз она обновляет чай, кофе, литр воды, молоко для кофе и сахар. Каждый раз, при каждой уборке она это делает. Вот. Всегда все чисто, круто и балдежно. Сейчас мы спускаемся в столовую. Открывается она в 8.30, в 10 часов утра заканчивается прием пищи.
работает система шведского стола, кроме как яичницу, каждый сам себе заказывает, какую хочет, а если не хочет, не заказывает. Занимать можно любой стол, зарезервированный. По поводу завтрака всегда есть яйца, допустим, омлеты или просто жареные яйца. Всегда есть что-то горячее, допустим, салат из овощей, там, из морепродуктов, из курицы, с вареными овощами. Ну, вкусно все, с приправками приготовлено. Есть рис, есть что-то острое, там всякие вкусности. Есть масло, есть хлеб, есть тосты, есть сок, есть фрукты. Чай, кофе, молоко, кофе. Ну, вот такой завтрак. Тут есть шкаф с книгами. Отдыхающие, которые сюда прилетают, читают книги. Потом, чтобы с собой их назад не тащить, они оставляют в подарок. Это территория отеля. Я считаю, она максимально удачная, максимально красивая. Примерно с 6:30 утра, поэтому для тех, кто только приезжает, чтобы не сгореть, можно выходить перед завтраком, потом покушать, потом опять сюда выйти. Здесь сюда есть зонтики, шезлонги. На данный момент все свободно. Даже когда мы приехали, ну, буквально там пару шезлонгов было занято, а так всегда все свободно. Вечером тут за столиками можно посидеть, покушать, там выпить вина шампанского с фруктами. Посуду можно взять на кухне, там тарелки, ложки, вилки, кому что нужно. Вот, но... На территории есть пальмы, днем защищают от солнца, можно не пользоваться зонтами, в принципе. Сейчас мы вышли прямиком на пляж, который называется Наригама Бич, популярный пляж в Хикадуве. Один из пляжей, который мы еще покажем в следующих видео. Но сейчас показываю этот пляж, потому как он сразу напротив нашего отеля. Как видите, видео началось со входа в отель, а сейчас мы уже буквально через пару минут уже у океана. На пляже обычно мало людей, в основном кто-то или йогой занимается, или пробежками, он как мужчина бежит. Такого, как мы привыкли, наплыва людей там с зонтиками, покрывалами и целыми днями лежащими на солнце, здесь такого нет, потому как мы находимся на данный момент на экваторе, тут палящее солнце. Если тут пролежать день или там 2 часа под открытым солнцем, это обгар и красное тело, мучения и так далее.
всем рекомендую этот отель, приезжайте. Классный менеджер Мергунда, всегда на месте, всегда поможет по любым вопросам, всегда улыбается. Ну, тут все люди добрые, улыбаются.